Приветствую всех на своем канале, с вами Тимоха, и я начинаю новое выживание на том же сервере. Сейчас мы появились в Березино, так сказать. Давайте это будет как бы типа, ну, новый персонаж, типа, ну как бы его называть-то? Ну его будут звать, значит, Валера. Валера, нормальное имя, я думаю. Вот, будет Валера. Так, предыдущей серии, последней, конечной, нас загасили. Загасили нас волки. Печаль, беда. База у нас осталась, это хорошо. Я попытался, на самом деле, добраться быстренько до своего персонажа, но в итоге, увы, пардон и ахт, но все ресурсы мои были потеряны. Не успел я добраться вовремя. Так, этого нам не надо. В общем, все, давайте. Новый персонаж. Мы знаем, что у нас есть где-то, да, небольшая база, как бы сообщив Валере о том, что у нас есть база, но мы погибли. А Валера будет теперь добираться. Как хорошо, сразу гвозди, блин. Это хорошо, хорошо. Вот, Валера будет добираться до той базы и уже достраивать и делать, там, улучшать, еще что-то. В общем, да, давайте начнем лутаться. Давайте начнем искать все необходимое для нашего выживания. Эта штучка, конечно, классная, но нам не нужна. Сейчас немного побегаем здесь. Мне надо найти рюкзак. Ну и, естественно, еду. Естественно, еду. Так, тут есть что-нибудь? Нет. Здравствуйте. Так, ну, меня слушайте, у меня уже есть пачка гвоздей. Это уже как бы начало положено. Так, давай возьмем в руки. Это нам отбиваться надо. Зомбятини, что-то вот их там прям много. А. Мне показалось, что там зомби просто стоит, такую кучка. Так, юбчонку в коробчонке не будем надевать. Сейчас мне надо найти рюкзак. Потому что без рюкзака нам делать вообще нечего. Generation нам не... О! Появится. Надеюсь, они меня не видели. Чисто такой вышел. Здрасте, до свидания. По-моему, они меня не спалили. Ух. Так, вот это вот. Здесь могут спалить. Здрасте. Мне всего лишь навсего сюда. Так. Кроссовки повреждены, нафиг они мне нужны. И будильник. О, ну-ка давай-ка взять. Как вообще этим будильником пользоваться? А, подожди. А сколько сейчас время? Как оно вообще работает? А, так, а чё крутишь-то? Так, выключить, установить будильник, удерживайте. Ой-ой, не на ту нажимал.
Куда убежала, блин? Так, вот здесь, кстати, бывают рюкзаки. Ну, что-то пока ничего не наблюдаю. Что-то вообще неладное, блин. О, шлем. Давайте шлем наденем. Блин, прикольно, кстати, вот этот эффект сейчас сделали, блин. Вообще тема интересная. Давай, иди сюда, курица. Давай-давай, иди сюда. Ай-ай-ай-ай. Что-то кирка, конечно, это не особо хороша. О, попить. Это деду надо. Так, вот сюда же, да, кстати, можно тоже зайти. Давайте. Замок кодовый не нужен. Мне и так там все есть. Блин, я думаю, что за длинная палка? Здравствуйте, тут у вас есть что-нибудь? Нет. Ой, блин. Здорово. Чё кто-то прокричал, что ли, или чё? Что за звуки? Так, заправочка. Блин, кстати, березина, такое ощущение, что вообще изменилось. Раньше была маленькая деревенька, а сейчас, блин, деревня так деревня. О, вот это нормальная тема. Опа! В шлёпках. Ну, чисто Валера такой, блин. В шлёпках в этих в туфлях, в утконосах, блин. Так. Вот, и рюкзак есть. Такой себе, конечно. У меня, оказывается, груша есть, и я тут хожу, блин, голодаю. Здравствуйте. Так, вот, рубашечку мы, пожалуй, приоденем. Найти бы рюкзак нормальный. Не, вот этот нормальный вообще. Вот это для меня. Люблю зелененький. Ой, здравствуйте. До свидания. Так, кстати, вот здесь интересно, сейчас есть вообще какой-то лут? Потому что раньше тут ничего толком не было. Ну, что-то есть какая-то спортивная рубашка. Не, мне и в этой клетчатой добро. Как бы вроде ремонтик такой неплохой, да? Тут и двери все. Ну, лута, да. Лута как не было, так и нет. Так, тут вот мы проходим. Да-да-да, точно и сюда. Здесь что-нибудь у нас есть? Чисто, вот, знаете, как будто вот только-только построенный город какой-то вот такой был.
Тут эксперименты, потому что, ну, вообще, пустота. Пустота пустотает, блин. Так, тут... Окей. О, пиджак. Стильный, модный, молодежный, немного поношенный. Ну и что? Ну и что? Зато красиво. Что это такое? Что заскрипело? Меня аж лагануло, блин. Ну-ка, что такое? Что такое? Тут неладное компуктеру. Во! Нормально. Теперь у меня есть пушка. А вот и рюкзак. Побольше. Так, глядишь. И соберем все. Ну, мне больше вот туристический или военный какой-нибудь рюкзак. Вот штаны рабочие. Вот так уже получше. Не знаю, что за фризы, блин, непонятные какие-то. Секунду. Попробуем сделать так, чтобы было все ништяк. Магазин на Южный. Кстати, ну-ка тут может... Да что, блин, бесишь ты меня, Дези. Что такое, что не так? Что за микрофризинга какой-то пошел? Ну-ка. Видео среднее, очень высокое качество. Давай убавим. Применить. Сейчас бы еще понять и разобраться, где мы точно находимся и куда нам надо точно бежать. Естественно, я хочу добраться до нашего убежища. О, отлично. Новый зомбак, что ли, какой-то? То ли из-за дождя они меня... А, нет, видят. Я мог. Байкер, блин. Ты на велосипеде, что ли? Ай!
Тихо. Не, кстати, киркой вообще какая-то шляпа. О. Тварь. Что-то вообще неладное, блин. Как-то меня тут мутузят все. И так нечестно. Блин, уничтожил банку из этой тетки. Вот это сухое молоко. Так, что у нас тут получается-то? Где мы? Хелм. Херм, блин. Сейчас я вот тут погляжу все. Мне тут делать нечего. Ты туда, а я сюда. Хелм, Хелм. Ну, сейчас глянем. Так, ну что ж. Предлагаю идти в Хелм. Аккуратненько. Вроде пока не голодные. Воды в достатке. Оружие какое-никакое есть. Вот и... Кирка вот это такое себе. Ой, не кирка, как она, блядь. Мотыга. Что-то она вообще, блин, не особо и дерется. Березина, березина. Все, нам надо идти сейчас в Хелм. Потихонечку лутаясь. И уже будем приближаться ближе к нашему дому. Торопиться не будем, все равно надо искать. Кстати, почему-то костер пропал, вот который камнем обложен был. Не знаю почему. Либо, может, реально, типа, нельзя их внутри, либо вот на, чтобы была печка. Печка, может быть, шансов мало, что пропадет. А костер с... просто вокруг камня, там почему-то пропал он. Это было прискорбно, прискорбно, но ладно. Но Валера-то этого не знает, правильно? Поэтому Валере надо будет заново отстраивать костер. Передо мной, что ли, кто-то бежит, блин? Какая тварь, блин? О, блядь, зашибу, бандюга. Красностав. Красностав. Блин, может, в Красностав сгонять? 3 километра до Красностава. А там от Красностава до Светлограда недалеко. И от Светлограда мы уже доберемся до своего дома. А погнали. А вот погнали. Все. 3 километра в Красностав. В Красноставе есть аэропорт. Военный. Там есть шанс найти хороший шмот. Ну, оружие, блин, оружие не особо нужно. Но как горький опыт нужно. Гребаных волков отбиваться. Но я там немного затроил, конечно, блин. Весь перепутался, весь запутался. Не понимаю, вот что за фигня? Вот почему подлагивает? Все же нормально было. Нормально же общались. Ептель мать. Какие-то микрофризины какие-то. Непонятные. Надо искать причину. Сама игра, блин. В общем, да. Будем двигаться в аэропорт. О, ну, Красностав. Там уже решим, куда нам идти. Так, ну ладно, друзья, будем на этом заканчивать. Потихонечку, не спеша, будем пробираться к своему дому. К родным краям, блин, так сказать.
Так что я надеюсь, вам понравилось это видео. Не забываем ставить лайки, также подписываться на канал, если вы этого еще не сделали. Всем спасибо, кто смотрел. Всем удачи и всем пока.